Блин, если здесь, так, что у нас с Индрет? Всегда в какой-то серии не с одной стороны профи, с другой сложнее. То есть с кем-то она профи, с кем сложнее. То же самое с Тут профом. с укусами разобраться не можем. С Индрой Тут будем. так, в том-то и дело. Здесь, если ты никогда не хватает притык ДПС, если ты теряешь человека неправильного, ты ее не убиваешь. На Синдре по-другому. Ты этого человека брераешь и можешь дальше убить. Плюс, если там меньше человек, ты тоже можешь ее убить. А здесь Синдре будет меньше здоровья, чем Лана. Да? Ну ладно. Ну, конечно. Лана почти самое много здоровья. У Мне Лича только больше, чем Лана. сразу, Сань, жить легче стало. Лана — это такой босс, в котором важно держать всех людей. То есть он по-своему сложный. Сань, баф нету. Меня сорвал, дальше я пишу краш-теста. После краш-теста укусил Хики, ты краш-тест, Нурки кусает. Дальше они там по медикам пойдут, мы по РДС. Кажется, с МПС. Ой, Да. побежал. Закидывай уже. Тест побежал. Плюс. Сейчас он побежит. Ну, не ликнул. Алло. Авария. Правильно? Лёня, ты, блядь, заебал. Честное слово, ну... Полинор побежал. Неукушенный РДшник можете налево перебежать. Сань, тебе ПС-ку будет потом. Сейчас с тобой встречаемся в кресту. Шнурки и краш-тест в квадрате. День. На укусы. Освободили крест, уже сидите место, ищите себе. Ралли Говорю. побежал. Побежали от креста. Рейнджер, держите. Из Морска иди отсюда. На замену просто. Ну, это просто не у него. Убежали. Иннер, Маша по скибиди. Маша побежала. Укушу твоя. Из Морски подними Райду или Бафу. Только не вставай, Леня, я скажу, куда поднять. Давай. После пакта. Встань. Он слева, если Умрешь. что. Он же поднял. Тень. Спак и тень. Сущность кровавый. Войт, я тебя укусил. Сацуны тени поджал. Давай, Леня. Давай, Леня. Дебаф, Войт, я тебя укусил. Правильно окусили. Войт Ренессанс укусит. Беликер, а Я... ты две пачки. Джанг тогда Мавара вон. Разбежались. Куда же не в эту сторону побежал? Нурки, Галя побежала. Молодец. Галю, Галю, зубы. Шнурки. По шнуркам зубы, быстрее. Ренжу Женя, набрать. покажу. Гим, сейвы. Вот, кровавый вихрь, все должны на это время задержать Ренжу.
Будрейвен на Сацуны прокил. Дам ренессанса. Маша, подними ренессанса. Быстрее. Сейчас укусы будут. Женяк укушу. Без маска укушу. Марухи чел укушу. Не подбеги. Так куда ты убегаешь? Убегаешь, блядь. Женяк, убеги. Да. Вера, дали. Нормально. Полинор еще не укушен. Не укушена Марса. Коля, Кадама, вот эти люди не укушены. Вакачи тоже не укушен. Вакачи не укушен. Кадама укушу. Кадама, где стоит? Кадама, подбеги близко к мидзоне чуть-чуть. Вакачи не укушен, Майлик не укушен тоже. Нет. За кастрюляние гимна ману. Майлик в мидзоне. Женя по лужу побежал. Давайте, у нас есть 28 секунд, чтобы убить. Укусы 10 секунд. Кусайте всех, кого видите. Всех, кого видите, кусайте. А хилы нельзя кусать? Всех кусайте. Малинор не укушен, прям в центре стою, если что. Здесь всех тыкаю нахуй, никто не кусается. Все укушены, потому что уже. Чемберса? Да. 2,7 лимона не хватает. 3%, блядь, 3. Таптером 2 или 11? 3. Ребят, у меня вопрос. А у варов штука работает, что фир себя снимать? Да, да, блядь, работает, нахуй. Так, ладно, Лёня... Ебать, я под боссом загнал меня. Бля, надо умереть. Ера, когда... Лёня, на замену идёт. Ну ё-моё! А, вы Геру что? Да, Геру же скин. Да, все правильно. Если у вас 5 минут было, то она откатилась бы. Хотя бы дали бы риснуть одного, чтобы типа баф Вереса был. А сейчас за что сняли? То, что лужа умер. Так я выносил за подряд лужу, там не прохилили. И пак не вынес один раз. Пака не было в этом тайме. Нет, ты в лужу зашел, у тебя хпшка стикала, просто брынь, сорал бы уже. В самом начале я бежал. Лужи не прохиливается. У них нет бабла, блять, у вас. У тебя 2-3 тика лужи, 0-8. У тебя за миллисекунду прохилят на сколько? На 15 тысяч, то да, тогда не прохил. А вилки спасают от вихря на взлетке или нет? Вот тест. Я другой скажу. Это ренессанс. Ты стоял нормально на взлетке, а потом что-то решил пожать через меня, блядь, и упал. Так что, брат, не бегай. На взлетке встал и стоишь, все. Тестер, ты здесь? Нет, убирай. Дальше. Взял, ты не понял. Отсила здесь. ШПшника возьми. Ну, гимн будет. Второй. Лучше джипси. Наёми, заходи. Или наёми, да. Давай джипси, блин. А, перекиньте его только сюда. Смотри. У ШПшника от укуса же будет больше урона от дот. Звенёк тоже иди на замену. Наёми, блин.
Да, хорошо, инвой. Прикиньте, Джипси, пожалуйста. О! Блядь, самое главное, это, ребят, Локи, поставьте, блядь, огурцы, пожалуйста, вот там прокачано. Вот что надо было, блядь, на взлетке тоже заюзать. Вот чем умираем, огурцов нету. Давайте малосольных ставьте подводочку. Явно мы не из-за этого умираем. Ласки 4 минуты. Че, Саня, как перебьем? С гимнами? Как с гимнами будем? Два на первой взлетке, два на второй, да? Да, 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 давай, давай на первой Мавара, потому что у нас два сейва на первую взлетку. И давай ты. Ага. Да, а на Йоми Джипси на второй. Только Джипси не перекинули, наверное. Это, ребята, РДДшники, которые стоят в середине, вы можете отойти ближе к выходу, чтобы милики подошли и заняли ваше место. А вы, блядь, и не даете пройти, и они были, и потом дохнете, так же стоит. Куча. Двинь, за фласками. За фласками обмен. А, там мастера ауров включают? Ну, понятно, что когда взлетка. Отбирайте. Ну, дадите, нажму. Надо дырки перенести, никто его не перенес до сих пор. В другом канале. Давай я отбегу социальный, просто возьмешь. Будет две просто. Окей. Okay. Мы да. В каком канале находимся? Чилаут или курилка? Чилаут. Леха, заходи. Джипси, который. Блять, пока не заходи. Бавка к нам вернул прикол. Бавка больше даст. Сорян, Лех. Ну ты еще понадобишься точно. Саша, фласку дашь ногу? Конечно, конечно. Всем дам. Портал тогда, если вы меня убрали. Угу, сейчас. Сорян. Просто самую писечку не хватает, сейчас опять 3% не хватило. Ну как раз те люди, которые засвакали, добили. Чуть не сдох. Он еще в призраке, пока не смотрит. Я улетел. Угу, хорошо, Лех. Можешь здесь оставаться, ты скоро, я думаю, сейчас убьем. И ты, наверное, пойдешь, тебе что, моря подобить. Это уже час длится. Блядь, ну вот одни и те же люди у нас просто тупили. Одни и те же. Ну вот я пока пойду почилю, если перекинешь, как это убить. Угу. Этот Женька в АК-чке. Я тебя на ВДД-щера поменяю, окей? Он даст баф для этого бутроянского. Он дамажит сейчас хорошо. Если ты пасту не выпил. Если выпил, просто офните. Суманите ВДД-щера. За ДД фласками обмен сосунный. За ДД мили фласками. Так, сейчас то же самое. РДД-шники... РДшники первые должны будут забрать, я вкусаю краш-теста, краш-тест дальше бавку, я пойду в кушу милика, и милики пойдут по миликам. А я пойду, мы пойдем по РДшникам кусать. Это все пласки? Это пахлава, не нужны сапроты? Макс, да что там у тебя такое? Как ты опять сдох? На входе, наверное, клоуны. Нахуй видел. Сосался. А где бавка? Мертвый же. Погиб. Еще раз погиб, что ли? Ну там, видимо, на входе ПВП-шеры вон. Знаю Макса, мне кажется, это он заварушку затеял. Они его убили. Сколько ты там Ване ИП даешь? Сотки, каждому. Не-не-не, этот за много взносы. 400. Ну, сколько? 1400 ИП. За сколько? 3400 ЕП. А это давно или? Только что. Будет. Все, я... А кому скинул голду?
Мне. Ну, давайте после рейда. Мне один человек скинул, я запомнил, как скинул. Больше этот человек мне не получит. А мне человек скинул, и больше он его не получит. Все. Говно ушла. Вообще. Бабку засумайте. На почту кидать, а ты будешь там... Шкаф ебанить? Да, да, можете на почту высылать. По одному разу будет работать. В неделю? Пока что вообще один раз. Разовая акция, то есть она будет длиться несколько недель. Потом посмотрим. Кому надо отосать? Заебай. Вот там где он? Минет во блага, да, же? Я думаю, как купить 22 тысячи ЕП? Больше рота. Женя, блин. Чего? Даже минет за нарисованную картинку, блядь. Да не шкудички, блядь. Как школьники, да. Что за детство, а? Я не понял. Что за детство? Детство, ты куда ушло? На X5 затропали и того, да. Под лица. Блядь, ну вы же ткнетесь или нет? Ну, Стас, все молчат, ты же ничего не рейдишь. Все говорят. Да не важно, это бесит просто. Тупые твои шутки максимально бесят, вот и все. Выпей валерьяночки. Нам еще профессора бить, Саш. Профессор? Да. Доцента. Что он там делает? Отбегу на полторы минуты, короче, все, не смог. Он здесь вообще бабка, что не могу понять, что за хуйня. Я тоже, блядь, пошел. Блядь, шмантелёк уже. Да, с джипси, пошли ебашить, нахуй надо. У нас Петя отошел на полторы минуты. Охуеть, блядь, полчаса дрочим, да. Какие бензофласками. И сорян еще раз. Туда-сюда. Рыбёрка была? Она бьёт на быстро. Нет, не было рыбёрки. Петь, ты тут? А он отошёл на полторы минуты. Да я знаю, не полторы минуты. Ладно, ставь. Кирку в студию. Бабка написала, что здесь. Напиши ему, что мы тоже тут. Мне похуй. Нет, ты напиши. Же передаст. Передаст. Давайте ставки поставим, сколько троих мы профессора убьем. Сколько дней надо спрашивать? Ну ладно, про хотя бы убить. Я думаю, просто я лучше сейчас баску возьму, ты ловкий персонажа, если фаску выпил. Все, давай, бабку засмойте. Он не пил дед флаг. Ух, и Марик уже оделась, да. 58-й бегает, ребят. Вдоль Чигабана. Блядь. Макс, ты можешь просто принять сум, блин? Задолбёшь ты уже. Пал стамбал. Ай, блядь, понятно нахуй. Сука, Макс, мы тебя одного, блядь, ждём. Да он даже не в Дисе, блядь, он не отвечает ничего. Он... Нахуй он нужен, он ПВПшит сидит. Он в Дисе. Все, короче, минусу ему, да и все, реально. Вон он пишет. Целка не впускают. Тебе сум дают. Просто беги лестник где-нибудь в углу, блин, что там сложного? Наверное, 25 человек в рейде, может, нет? Не принимается, говорит. Ну, может, кто-то лишний, но... Кто лишний? Ну, Эмма Бой, посмотри, должен здесь быть. Или Вакати. Троян с Кришней.
Нету никого, лишь Фрейди. Только Макс, ты заходишь или нет? Он вроде уже здесь вошел. Потому что нехер ПВП-шные шмотки надевать и идти ПВП-шиться. Давай ему минус за то, что всех заставил ждать. Вот опять уже шкаф пропал, блин. Дай минус шкаф. Давайте минус 30 ему сразу. Шкаф ебаш. Да чё? Минус шкаф. Мебель ебаная. Тебя уже сколько ждут просто. Ай, пошёл. Ну, им обои обратно и пошли, блядь. А чё, им обои уходят или чё? Обои ушёл, в Акатис Монте. Ебали, блин. А чё вот так вот, если я вот уйду с рейда, мне ИП типа будет, если я офнутый? Или чё, их спать и надо кикать, может? Хули они будут ИП лутать, нахуй? Пришёл, блядь, потом ИП залутал, нахуй. Офнутым, ебать. Или чё, или как работает это? Что ты, Макс, блядь, сейчас заливаешь? Ты надел ПВП-шмотки, пошёл ПВП-шиться, я проверил. Тебе сум, просто напиши релок и засумонься. Сейчас не надо, блин, заливать здесь. Я ж тебе еще раз это говорю. Релогнись, сделаем тебя засумонили. Что, алло? Ты можешь сдохнуть, пойти реснуться и не надевать ПВП-шмотки. Ты дурак, я говорю, релог сделал, тебя бы все принимало. Ой, блин. Все, окей, иди дальше, делай, что хочешь. Выпил фласку. Причем здесь неадекватный, я тебе еще раз говорю, ты мог сдохнуть, пойти написать релок и уже зашел бы в 1000 раз быстрее. Ты надел ПВП-шмотки и пошел с ними ПВП-шиться. Там вроде, да, вроде в бою не должно сумонить. Или сумонить. Ты дебил или что? Я тебе говорю, сум кинули бы. Релок пишется, сум принимается, Валерий. Сань, забей. А, реально, это реально забей. Давайте, готовности, поехали. Починитесь, я сразу, пока Джим стоит. Выпейте фласки все. Половина без фласок. Найоми, Майлик, Изморский, Юи, Троянский, Сацуна, Найоми. Да. Чего не хватает, но? Я ребаф сделал прилетевшим ману ресу. Все. Готов. А это... Все готовы. Короче, не укушенные стоят, РД с этим вначале забирают. Это было неразумное решение. Неукушенные милики стоят слева, а укушенные справа. Да, мы Дама, значит, укусит. Кого? Меня укусит. Крэш-тест укусит. Крэш-тест потом туда перебежит. Mm-hmm. Потом крэш-тест укусит меня. Ты просто Кадама к нам перебеги, Троянский. Все, стреляй, стреляй. Ты даешь с укусом меньше, чем шнурки. Это хуево очень. Кадама сбежалась. Реня, выбежим. Крэш-тест укусит, вон он сзади за тобой стоит. Укусы. Потом... Потом тебя? Да, давай меня, крэш-тест. Джан поукусит. Нет, крэш-тест, ты миликов иди укусить. Ты все нормально сделал, красавчик. Иди Петь укусишь. А ты меня укусишь. И дальше пойдем с тобой по РДД. Не, миник, если шнурки лучше. Давай шнурки тогда, ладно. Кадам.
Так, я ж там ты, да? Тени. Нет, ты меня, краш-тест. Крест квадрат освободили, шнурки в кресту беги, краш-тест там будет. Мы когда мы квадрату, точнее, шнурки, мы когда мы к кресту. Только не через рей. Два гимна отдали. Я отдал. Бежал. Держи раньше, когда мы, что ты подошел. Все, укушенные РДшники, будьте справа. Милики тоже. Жались. Изморский выбежал. Изморский побежал. Молодец. Более-менее. Ну, хуёво, да, ну, лучше. Ну, как Ларри. Минус Анёшенко. Левая пропала. Там пропадет эта лужа до взлетки. Главное, вторую такую не разлейте. Санька, вот дальше, кстати. Джанка укуси. Женя побежал. Джанк, ты где? Просто мы заделили санкции. Джанку потом. Войт не укушен, Джипси не укушен. По РДшникам идите. Троян не укушен. Кто не укушен из РДшников, встаньте влево. Вон Войт не укушен, Джипси, Наоми, Полинор. Эти все люди не укушены. Пенни. Наоми побежала. Все. Войт, встань с левой стороны. Да Полинор, никогда не вставай во время этого, блин. Пира. Во время вихря. Я коня укушу. Когда Ама сдох. БР Маша по Кадаме, Изморский по Полинору. Кадаму еще раз можно будет укусить. Ваня справа стоит. Я Кадаму укушу. Меня кусали. Все, дайте первый. Тени. А кто лужу занес? Ой, да боже, ну что вы делаете? Ренессанс. На луже. Ренессанс. Минус. Не Ренессанс, минус Изморский. Ну вы убираете. Ну вы хотите это убить или нет? Че вы такие, блин? Да куда, на кого тебя поменять? Не на кого поменять. Вон, видишь, один, блядь, ПВП-шер вонючий. Идет ПВП-шер. Возле входа. По сути, заменяла, нам не нужны, Сань. Ведь ты зачем заменяла, если они не заменяют? Саша, а тебя вон на этой чмогой сидит хант. Не хочешь ханта на ханта поменять? Я не уверен, что он даст, как Юра. Вчера же парень говорил, он ебашит. Нет, стоп, вчера парень говорил, что он ебашит бодро. Ну, хорошо, сейчас проверим. Скажем так, я был с этим парнем, он не ебашил бодро. Трэш резнулся. Ну ладно. Тринесанса у тебя не стоит, этот... Кьюбот. Парни, репутация пришла. Вы кьюбот. А. Может быть, гнилое тухо резнулись? Лол, ебать. Сука. Да, бля, охуенно было бы. Чего трэш резнулся? Эй! Следующий трэш будет багровый зал, ребят. Или убиваем, или следующий уже раз, все. Репутация качаем. Будем трэш пиздить. Присылайте, плюс. Привет, плюс какой-то. Зерепка. Ты кличка. Короче, надо еще одеваться, чтобы полегче ее было убивать.
Да, ее один раз убить, следующий толкан уже будет проще убиваться. Да тут все проблема в том, что люди свакают просто по КД, вон когда Макдох пошел, через рейтинг бегает, нельзя бегать во время, Полинор не встает во время вихря, ну блин, голову включите свою, хоть раз. Или вам надо всем рассказывать все прям на пальцах? Ну идет урон внешний. Шаман два раза ставит, нет? Перетрек. Ставит. Как Полинор умер лучше, если он шаман, у него есть тремор. Вот он я даже видел, как он умер. Я тоже умер раз в 3 секунды. Да, там нету сразу, ты выходишь из фига. Он больше для всех представлял. Ганки, Юра, ты зайдешь или нет? Сейчас он обои вернется. Доберем место Юры. Юра. Так, а тут уже можно говорить. По-моему, да? от силы еще добавить. Да. Насчет тотема Тремора, он тикает не 2,5 секунды, а 2,7. Так что... По-моему, она вешает на сколько? На 3, да, по-моему, секунды. Так что, может быть, попасть в тик, то, что он вообще не снимет его. Вот, вся беда. Так что винить его в этом нет смысла. Я не винил его. А теперь... Спросил, ставит ли шаман Тремор. А теперь... Все. Тремор надо ставить, как только она побежала. Да, я так делаю. Как только босс побежал, встал, я ставлю тотем, все. Давай, Брашка, заходи ты. Ты вроде нормально дамажил. Ты же парень, что делать, заходи. Один раз в лот, а не в рот беру. Потом... Брашка, слышно не? Я, что ли? Ну, а кто? А, ну я просто не понял, что ты меня зовешь. Знаешь? Твой триумф, как говорится, блядь. Это твой звездный час, Васк. Ну или, возможно, с минус ЕП полка. Я когда первый раз в топ-гильдию попал, мне РЛ сказал, ой, это твой триумф, нахуй. Тоже какого-то челика заменили, блядь. Или да, что? Будем здесь стоять и будем убивать. Пока не убьем. Юра зашел. Юра зашел. Сейчас еще Варик ШП, чтобы кусало. Так вот, Вань, дело не в просиле, блядь, а в том, что люди, если... Так это не просили, если люди будут купить. Ну, они на взлетке бьют. Типа, взлетка проще. Я, кстати, на освоении просил гильдию свою подхиливать людей, всяких элемов там, блядь. Заебись, жили нормально. Никто не умирал. Ну, то надо... Ну, я вот на взлетке шаманом, это бета-тестер еще говорит. Я просто стою и сам хилюсь просто, и все. И хилю, кто у меня тут... Хилбосе рядом. Вот какой. Хантов надо. Все, ешьте рыбу. Ну сейчас же пушник всех раз. Че, соберите. Троянский, ты давай тогда тупо твое слово говори в колотень, чтобы видишь, как ты другим занимался по укусам. И как раз просрал в колотень дикими. Помоги человеку. Меня озвучивает Ник тоже? Уберу. Да. Только Ник и озвучивает, в принципе. И когда мы не забери сейчас укус первым. Вообще люди, которые меньше дамажат, которые не сильно дамажат, прям средний, ДПС не топовый, вы не должны забирать укус первым. Вы должны прям самое дамажащее забрать. Поэтому на пулы отдавайте ханты, и вы никак не заберете укус. Как все готовы, поехали. Это было неразумное решение. Я укушу краш-теста. Дальше укушу, пойду по мили-зоне, а ты краш-тест пойдешь.
по РДДшникам. Саня, закинь ПС. 7-5. Да. Когда он побежал. Молодец, сейчас более-менее. Сейчас значительно лучше по ДПС будет, да. Ладно, масса побежал. Давай, ты говори. Курс сейчас. Да, я вижу, я вот в него стою. Все, крест-тест, ты сбегишь крест-тест. Ты идешь по РДДшнику, да, меня по милику отдам, потом мы РДДшнику просто густо берем. Да. Вон Джанк, если что, рядом стоит. Его может потом кусать. Он у Маши сам. Они шли эти ПСК закинь. Или закинет когда? Нет еще. Откатит. Сейчас встречаемся с тобой в кресту. Локачик. Сань, закину. Первый. Отбегите все от креста, крест освободите. Все. Да. Рэндж, держите. Не бегай, Денис, куда ты бегаешь? Брат. БДшер не вставай, встанешь после. Танк на юме укусит. Не, ну вы тупые, бля. Говорю, не вставайте во время взлетки никогда, бля. Поднимитесь. Он кусит, вот у тебя есть. На юме. На юме. БДшер, вставай. Если дали бы. Ну, из Морски дал бы. Нет, не показывает. Бля, мне не показывает у него. Маша, дай бы ты. Тени. Муратич. Рибафчик. Рибафчик под тестера. Укус еще. Я когда мы ушел. Пойдем по хованам пойдем. Иннер по скибиди, Маша, Изморский по Майлику. Полян не укушен. По РДДшникам Войт не укушен, Джанк не укушен. Джанк укушен. Ренессанс на Йоме Вудревен, вот эти люди не укушены. Сань, поездка. После, ну, взлетки, да. Yep. Ой, джипси укажет. Набрали ранжу по Динора, прохим. Из мозга, если есть Беркинг по Полинору, Полинор после этой станет херной. Я бы Дрейвена укушал. Отдадим укусы и отдадим Геру. То я не кушан, и не кушан. Кусаю, укушу. Я справа стоит боссу. Блять, забейте агро. На яме. Кто-то через рейд побежал, я не понял. На яме. Да ёб твою мать, ну. Бейте. Это бота-тестер говорит, я не знаю, что меня убило просто. Всё, зайдите внутрь просто. Ну, второй раз. Как вы видите, просто. Вы можете не делать одни и те же ответы, пожалуйста. Ну, меня прям... Я 10 раз повторил, стоп, я 10 раз повторил, не вставать во время взлетки. Что непонятно? Не, ну тут да, позора нет, мой косяк. Я просто ты сказал, и я уже встал. Вы пиздец просто, я ничего не понимаю, что с вами.
Я бы, конечно, разрушил сапроты здесь, потому что дохуя урона от тьмы хилы не справляются. У нас не хватает урона. Какие сапроты? Вот, если выкинуть сапроты, мы это не убьем. Что, короче, подгляни. Сейчас за слаг любой, за любой слаг минус 1000 сразу. Задолбали. Ебой. Не будем тогда так. Меньше вариантов на печеньки. Так, хочешь вернуться? И, Саня, человек, который последний выносит перед эфиром лужу, большая вероятность, что его потом закинет в лужу, когда зафиряет. Ты в него зубы сразу закинул. Это был не бета-тестер, это был Полинор в данном случае, то есть он не виноват, что он сдох. Да я просто пошел в арку сыграть. Ладно, достаточно просто шашников на первую взлетку, ты шапешник на первой взлетке, после эфир и продиспелил того, кто побежит. И на второй взлетке другого шапешника. Там так, если что, один этот может делать, потому что откатывается трехминутный это антифир, блядь. Ну, я не знаю, тут нет, на всякий случай. Наемники. Офнись, пока я мобоя засимоните. Может это перед взлеткой, когда кидая тени, на того человека кидать антифир, чтобы он был уже в эфире. Ну, так я уже это повторял. Я это повторял, антифир. Не, лучше ПС-ник каким-то. Он быстрее даст масс диспл и все. ШПС-ник себя могут. Не, просто таргет диспл. Ну да, можешь сначала. Хорошо, давай, Санечка, ты справишься, кстати. Человек, который последний выносит лужу, обязательно в него зубы закидываешь в первый момент, второй момент закидываешь, сразу его точно диспелишь. А потом масс диспел сразу. Сумоньте им обоя. Блять, надо эту хуйню убивать, очень надо. Окей. Блять, по 3%. Давайте, соберите. Пиздец, блять, стыдно. Тут мне через стыд повторяю. Ничего, Саня, на следующий день освоим. Джон, кукус, чем больше тебя укусит, тем чаще ты будешь кусать. Да, поэтому укусы надо отдавать людям, которые не слакал укусами. Первые, по крайней мере. Сань, сумоньте им обои, когда мы вставаем, не в карте еще. Типа, по максималке их вроде сколько, 5-8 можно сделать? Да, по-моему, 5, когда я первый писал. Поставь шикар МБ за сумму. Тут нам не хватает. МБ кинешь обмен за плоской. И бахнуть его тоже. Фу. Если нет фласки, ему бой, пей не обмен, потому что ты без фласки. Все, тогда пей. Смотрите, масло перемажьте, у кого закончилось. Тоже проверьте, здесь любой ДПС. Ребята, реагируйте быстрее. Этот босс... Очень требователен к тому, как вы реагируете. За тупками здесь не убить, если будете тупить. Старая добрая тактика в куче стоя не работает? На сложный план. Там пизда урон прилетает, если не считать. Мы в десятке уже попробовали. Не знаю. Давай, вот короче. Разбили, убили. С другой пачкой не убили. Да, и пробовали уже некоторые более сильные пачки. Даже самые такие... Где ты опасен? Бьют. Снерфа? Блять. Ваня. Прибежишь один укус. Не, ладно, давай под укус ты крест-тест подбежишь к нему. У ПРДД пошел. Ты Ваня по мне будет. Сильно.
Ваня как раз. Саня, не 6 ПСК сгинул. Сейчас быстро вопрос по теме. Ребята, а танки чего не поднимаете ее выше? А она забагается или что? Там мельком, блядь, удобнее сбегать. Тени. Блокати. Крашит подкат, тихо. Мы с тестом встретимся в квадрате тогда, он не передаст, и Ваня там со шнурками. Крест. Примерно крест. Тени. Иннер по скибиди, можете 20 раз выбирать. Вадим, ты очень кучный стоишь, ты можешь в центре стать. Лишний урон нам наносит. Я потом не выберу. Если пап. Окей. Приготовься антифир на себя кидать. Мелик. Вадим. На, в Мелика зубы. В Мелика зубы. Я бабу. Руки в крест. Кажется, я в квадрате, если что, близко возле квадрата. Кусай. Ну. Блин, Нора укусил, что мы далеко были. Блин, че похуево. Я хотел крест поджать. Блин, Нора, по РТД зоне идешь, ты, Ваня, туда помимо. Сами ПСК есть. Стивен. Заведите вот... счет формы. Кого мне если что кусать? Укуси Кадаму. Я Джанка укушу, ты Войда укуси и краштест. Бафы по шаману. Каску лап. Где они? Краштест. Я побежал. Господи. Ты скажешь, тест скоро кусать, Войд здесь рядом, если что. Да и возле квадрата. Правильно укусили. Джанку кого укусить потом? Свободно. Будревен свободен, Мобой свободен. Блять, ну Полинор, ну. А его кто-то укусил или что? Тени. Минус. А, минус. Шнурки его укусал. Джан побежал. Войд не укушит. Есть Полинор, кстати? Тир. Нету. Маша, дай ПР, не вставай, Полинор. Встанешь после подъема. Данка еще сдох. Ну вы, блядь, вы меня... как сдыхаете? Я выносил, когда лужа, меня потом фернуло, и я обратно загнало в нее же. Я тебя продиспелил, ты в ней стоял, не вышел. Эмма, боль. Я тебя укусил. Я не успел. Тихо. Вставайте, Полинор. Блять, Мейлик, не убегай. Блять, ты пусть не сука. Да все, я уже тоже, блять, проебался. Задолбали, блять. Не, ну так я не мог убегать, на мне тени были. Тебя уже укусил кто-то. Нет. Он с бабом был просто. Я не мог тебя укусить, короче. Я в бабле был. Я видел, что не убегаю, ну, в бабле. Водите. Дай мне тоже минус 1000. Полинору тоже. Я не... Сань, ну его кто-то я укусил, не... получается, или что? Я нажму укусать, он укушен уже был. Полинора вначале нет. Укусили, сказали же. Ебать, скачайте вуду все, нахуй вы такие, блядь, я не знаю, нахуй, нихуя не видите, нихуя не знаете, блядь, сделайте что-то с это пиздец, просто пиздец, я вообще не понимаю, просто. Вуду показывает ту, ту нет, нахуй. Еще можно лучше потерять больше урона, кусайте,
по людям, последних людей. Полинор, Джан, вот эти люди последние должны быть укушены. Парни, я вот смотрю, да. Тут мурик, вы когда кого-то тени, вы бегите на педали. Не надо бежать, его наоборот надо медленнее разносить, чтобы она меньше по расстоянию было. А вы на педали по всей стене растягиваете. До стенки. Это нормально. Это ненормально, она должна вообще быть короткая. Ничего. Ну, блядь. Это не проблема. Проблема в том, что люди кусаются. Ничего, она должна быть короткой. Сделайте, как я говорю, но распишите вы. Для чего она должна быть короткой? Чтобы было больше места? Чтобы было больше места, потому что очень... А места не хватает вот. Джанк сейчас вбежал, он побежал по старой луже, блядь. Вот так, может, потому что он по старой луже побежал, а не потому что... Луже. Стянул по всей стене, хотя она должна быть до половины стены, на пол стены, не на всю стену. Что? Тихо, тихо. Давайте какой-то, я просто смотрю. Какая разница, будет она на пол стены или на всю стену? Для выносящих это не имеет абсолютно. Замолчите, я бы Ваньку заодно. Ой. Ой. Кто там стоит? Бегите, 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 бегите. Чавалька отвяжется, бегите, блядь, просто бегите. Надо? Нет, не надо бить, не надо хилиться, просто бегите. Окей. И танками вообще встать прямо сейчас за спину Ланы, где она сейчас стоит. Потом она осталась на подиуме. Может, там здесь... миликом удобно носить будет раз. Пацаны, может... Мне Ваня не дал. Мне не 700 дал, а мне 300 тоже, да, отними. 300 было, а, да, я... Сань, ну просто ты мне сказал, кусать Кадам, зачем тогда кто-то его другой укусил? Вот я не могу понять. Меня потому что меня укусили, кто-то другой. Какая разница, если даже его укусили, кто-то другой. Ты можешь другого человека укусить, блин. Если он не кусается, побежал сразу быстро к другому. Ну это я уже, да, не согласен. Здесь я уже согласен, не успел. Сообразить быстрее. Что сложно, блин. Вон рядом хил стоит, укуси лучше хила. Хотя, блин, это вообще не должно быть, потому что это не убивается, если ты кивалку скучит. Просто не кусайте людей, лучше, блин, вайпните сейчас сразу. Есть люди, которые просто, я не знаю, то ли долго соображают, то ли спорят. Не понимаю, в чем у вас проблема. Ну, вот как экран раньше, убираете. Слышишь, Пук, давай как раньше на освоении, блин, пусть они запомнят таргет и бегают, блядь, в этом диапазоне друг друга видят. Это будет хуже, Женя, потому что вот сейчас человек был укушен, он этого человека не укусит, что он будет дальше делать? А, нет, не прав, я объясню. Смотри, бегает два РДД рядом. То есть они друг друга видят в подразделении, а третий видит другого. Бежал, укусил. И также у Милика будет для втаргете, то есть в запомненной цели будет запомнен уже игрок. Он просто тупый, блядь, его укусит. Женя, ты объясняешь, что сейчас было? Я прошу, шнурки подбеги в крест. В итоге что? В кресте его нет. Ну, и что не я буду вам делать? Кстати, другого и естественно. И так будет продолжаться. У вас у варов вообще есть нахуй вмешательство, нахуй. Ну вы-то два вара, вам там проще. Я говорю про тех, кто рядом, там в куче стоите, друг друга не видите. Он тыкнул случайно, не того с перепуга. Знаешь, уже один, он быстрее нажимает кого-то выделить, лишь бы кого, и кусает. А если человек будет уже в таргете, у него как бы запомнен цель, он выделит этот таргет, блядь, и укусит его. И не будет бегать, блядь, перерыва. Человека могут выделить один и тот же таргет. Ты не понял. Я сейчас возьму тебя, я сейчас запомню цель, я буду бегать, бегать. Мне будет ответ 5 секунд. Что? Я нажимаю запомнить цель. Погоди, думать. Ну. Погоди, время идет, Женя. Это время идет, все люди время тратят. Все, не будем ничего разводить. Пока бежим, можем что-то поговорить. Уже бьем. Так, пока кушать, все бафуются, я говорю. Так, ну это на один укус работает, а потом... Ну, в бою у меня, например, не запоминается. А дальше хилы уже остаются у вас, все. Хилы и танки, все, ребят. А потом с вами... Когда Марухи еще не хватает. Все. А? Марухи еще не хватает. Лапы не было. Дайте лапу. Да уже дали. Погнали. Все, погнали. Может быть, надо Ваня послянуть? Тихо. Подлежите там ей, блядь. Дай просто я, Ваня, первый укус заберу. Когда я забираю первый укус, у нас урон намного выше. Я теперь кусаю краш-теста и внимание. Чуть. Не разгоняйтесь. Так, я краш-тест, а дальше краш-тест по РДДшникам идет. Саня закидывает квест. Сильнее.
Дан побежал. Долго стоял. Появилась, сразу побежал. Не жди, что тебя назовут, сам следи. Ну, вынес-то нормально. Вынес нормально. Ребят, делай в Дискорде полсекунды. Пока посмотрят, пока увидят, пока зовут и долго. Народ, меньше флуда, пожалуй. Накачи. Видишь, как Зеня среагировал? Сразу прям. Так и должны выносить сочинение. Не будет проблем вообще никаких. Я его вижу. Я дальше укушу Хики. Ты, кажется, тест идешь по Эвелин. Я укушу Хики, ты идешь по РДшникам. В идеале им обои, он хорошо дамажит. А не, если есть ПСК, закинь. Нет, еще нету. Восемь секунд здесь. Так, Петя, встречаемся в кресту с тобой. Полинор побежал. Молодец, закинь в него зубы, Саня. И за сейви. Полинор сейвы. Дай тотем трепет по пути кинь. Ренджу, держись, не бегайте. Полинор, куда ты бегаешь, блядь? Я не знаю, что делать. Так, Мобой укушен, Джанг укушен или нет, не вижу. Нет. Так, Джанг, подбеги ближе к кресту, я тебя укушу. Сань, поиск. Войт не укушен. Давай, закинем. Снорки. Снорки побегал. Войт, подбеги ближе к квадрату, там тебя краш-тест укусит. Джипси тоже в крест подбеги. Кадама к квадрату. Ренессанс к кресту. Вот эти люди, которых я назвал, они могут быть укушены тем. И там Хилы еще есть рядом. Будрейвен еще в кресте тоже. Тени. Скибиди. Скибиди побежал, Жень. Укусы готов. Данка укусил. Мне кого потом? Ренессанса? Так, Ренессанс, Кадама, не укушен, бета-тестер. Будрейвен, шнурки обязательно укусите. Будет Кадама. Тень. Сколько сейчас человек укушено? Кто я? Не знаю. Все. Те, которые могли быть укушены, укушены. Ренджу набрали. Дали сейвы. 8 укушенных. Зрите, никто не сдохните. Так. Бета-тестер кушу. Кого укусить? Я Будрейвен. Я Будрейвена укушу. Будрейвен, Марухич, все хилы можно кусать. Райана можете кусить. Я он Кадама. Укушу. Сейчас тебя укушу. Я не меня укусил. Локачи не укушен. Воет спирит. Танки можно. Гер дали уже. Чё, бьём. Так, из неукушенных Марухич, Майлик, Скибиди, Мавар. Около мили. Шнурки до сих пор не укушен. Майлика тоже не укушен. Локачи укушен. Саня, закастуй гимноману, который Мавар. Сань, после Геры ПС куда? Да, окей. Танки можно, шнурки укусите. Обязательно. Изморский. Молодец. Все хилы не укушены. Кроме Маши. Маша укушена. Добивать надо, добивать. Не ищите. Да, надо добивать. Добивайте. Я пока Фалана бушу. Я в Акате. Майлик Милли. Я рядом стоит с определенный, или кем знаете, я Саша стоит, Саша определенный, и со мной рядом стоит еще Джанг. Кусайте меня, кто может. Готовьтесь баблу сдать. Ну сбегитесь, блять! Сука, дегенератная.
Убейте с этим. Открываем 200 тонн, блядь. Ну, хорошо. Да, нахуй. Наконец. Чё за милик стоял в милизоне и не вынес пак? Уели, что ли? Да некогда было выносить, надо было уже разбивать, блядь. Я бы не хилился, я бы сдохнул. Я хотел укусить в Акате, а вы его укусили. Так, спокойно, чего вы такие буйные? Молодцы. Посох ДЦ. Не надо. Это на дерево. Ты живой, да? На дерево, да. Чё, подгали на профа. Давай, вставайся, ребята. Не на профа, идём на... Трэш не зазнаряжен. Тихо, ходить. Чё с ним говоришь? Чё вы тут? Идём на вальку отстелить, потом на профа. Хватит судить, блин. Хорошо, да, ё-мо. Погнали в рейд сейчас? Да не надо рейд, сами вставать, забегайте уже. Взяли бы же. Кем вы это все озвучиваете? Что, тихо. Тебя сейчас ресанос, ты будешь умирать, там трэш внизу ресанолся в огромном зале. Да, вы, блядь, с агро бежите, но вы сейчас... Не значит, бегу куда-нибудь с агро туда. Ну, это, конечно, то. Юй, не туда, Юй, не туда. Чисто Женя, блин. Да я парень знал, что не туда пошел, что тихо Жене-то? Что ты так энергично, немножко поговори. Вы так уже все задолбали, спокойно. Не все, я полон сил, у меня еще, блядь, 3 часа времени. Это все. Думаете, другие вы там... Кстати, да, что про фа? Про фа после, пойдем вначале, блядь. Сдохните, кто трэс загрел. Не знаю, что-то. Нет, не нанижал Галя, тебе не замену. Ох, все, убивайте на 11. Будем проходить. Сейчас, если будете трындеть, пойдем в другой канал. Мы будем вальку хилить 2 хпала. Да, 3 пришли здесь, во всех хпалах, которые есть. Какой-то трэш, нахуй, говно ебаный. Понятно. Все, тихо. Уже не до такого разговора. Короче, не пахнет мотка. Токен. Вальку согрели. Вальку. Со стона. Ты козел. Какой старт?